первого года. Сегодня у нас жуки-носороги. Естественно, место обитания на пенечке, на прогулке. Одна самочка уже пыталась взлететь, мы ее от Дина отсадили. Сейчас посмотрим, как другие будут. Захотят ли они взлетать. По крайней мере, крылышки, если будут открывать, будет заметно, что значит пластинчатые усы. Жуки раскрывают крылья. Носороги как раз пластинчатые усы не умеют раскрывать крылья перед взлетом. Не перед посадкой, а перед взлетом. Кто-то тут падает на спинку. Так, не вылезает. Не вылезает, отправляется вперед. Давайте побегайте. А мы вас поснимаем. Так. О, один уже захотел взлетать. Умею взлетать. Вот этот экземплярчик как раз показал умение к полету. Ага. А мы тебя еще не готовы выпускать. И самый шустрый. Остальные переворачиваются и идут в побег. Побег это означает идти погулять по пенечку и спрятаться. Может быть, какие-то жуки на запах еще раз чувствуют. Нет, этот уходит в побег, мы его отправляем обратно. Так, осталось у нас 5 самых шустрых. Кто самый хитрый пытается вылезти. Самый хитрый провольный вылез. А раз остановился. И что будет делать? Будет убегать. Вот такое интересное место обитания. Типичное место обитания, на котором мы вышли погулять вместе с помощником. Вот сидит помощник. Тоже сторожит место обитания жуков. Но если кто-то попытается взлететь, так и будет. Да, туша на страже. Самый маленький жук направляется в разные. Один раз, один кувырком скатился. А этот решил проведать, куда можно идти. Можно идти и скатиться по пеньку. Раз, вниз. Так, а этот сейчас делает кувырок через голову. Нет, вот этот идет, спускается вниз. Самые проворные включают мотор. Не хотели улететь, а самые хитрые просто хотят спрятаться. Так. Вот у нас самый переворачиваемый это самец. Самочка что-то так спокойно себя ведет. Не включает побег. Нет. Взрослый носорог. Самец решил убежать. Ой, оказывается, тут еще кто-то тихонечко от меня уже удрал. Я и не заметил. Пока я обращал внимание за одним, тут уже все направляются в разные стороны. Как орехи падают вниз. Так, как-то. Так, всего у нас тут 5. Один был спрятан. Любители побегать. А вот самка. Самка решила поизучать пенек. Можно ли там туда спрятаться. Сегодня доркусы, рогачики не вылезают. Сегодня у нас день жуков-носорогов, к сожалению. Рядышком с пеньком был найден только один жук-носорог сегодня. Но он уже был какой-то погибший. Явно, что вчера, наверное, вывелся или сегодня погиб какой-то. Он был такой зажаренный очень. Если вывелся перед жарой, то он на жаре, наверное, и зажарился.
или так плохо двигался. Так, отправляйтесь. Испытание также феромонов. Может быть, кто-то на феромон прилетит. А самка решила притаиться. Смотрите. Залезла в узкую щелку. Притворилась, думаю, что я ее не вижу. Так, давай, 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 давай. Вылезай, вылезай. Я тебя вижу. И кто-то там чуть. Один уже удрал. Один еще удрал. Вот он. Так, всего пять. Пятеро бегунков. Сегодня у нас на прогулке. Так что если у вас есть жуки-носороги, вполне можно их вынести на свежий воздух, проветриться, прогуляться. Может быть, кто-то еще появится чудеса активности и преспокойно залетит и улетит. Вы его не догоните. Потому что жук-носорог хорошо летает, быстро улетает. И, правда, он громко жужжит. Другие не слышно, тихонько летают. А жук-носорог летает таким звоном, хорошим голосом. Так что спасибо за внимание, что были с нами. Заканчиваем прогулку, бо она заканчивается сейчас. Пленка показывает камера. Передает вам привет из Киева. Жук-носорог, Тоша и я. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Да-да-да. А жуки тихонечко вылезают, разбегаются. Если решили выпускать, выпускайте вот так под пеньком. Все спрячутся под пенек и убегут. Так что до новых встреч на моем канале. Пока-пока. Заходи на страницу Патреон, становись спонсором. Пока-пока. Тоша наблюдает за руками на сауэ. Тоша, фас. Смотри, убегают, убегают. Сейчас на ногу залезет. Вот, смотри, смотри. Раз. Два. Три. Четыре. Сторожи. Тоша не хочет сторожить, хочет идти уже домой. А жуки убегают. Так что подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. Пока-пока, до новых встреч. Жуки все разбегают. Защите растений можете, то не только на кухне, а в доме, посылать ваши вопросы на электронную почту, предварительно посмотрев, конечно же, видео на моем канале. Вдруг кого-то из вредителей найдете на моем канале. Будет просто прикольно, интересно. А если захотите выразить свой donation это называется орг-взнос в поддержку канала. Сейчас это считается нормально. Сейчас это нормально. Можете поставить пару гривен вот на вот эту страничку в Патреоне со своей карточки, которой все сейчас расплачиваются за еду в магазине, даже не доставая никаких доляров из кармана, не обменивая сразу со своей карты, в какой-либо своей стране не находились. Просто и приятно. Посылайте через Патреон. А я укажу вас как спонсора, поддерживающего канал. Мы с вами будем еще общаться. В Патреоне вы будете патроном, спонсором научных исследований. Это мелочь, а приятно. А может, даже и не мелочь, если это хорошая поддержка. Почему бы нет? Вот такой сегодня.